Здравствуйте, зрители и подписчики моего YouTube-канала. Это видео будет о археологическом месте Пydnae, Ликийский город, который, согласно официальной версии, ну, обычно все эти города датируют началом Железного века, но я первый скажу, что, скорее всего, их правильно датировать Бронзовым веком. Почти все абсолютно вот подобные города в Анатолии, и в Греции, и в других местах, на Ближнем Востоке, и даже в Италии, так называемые города, которые даже были, существовали и до появления этрусков там. Но этот город Ликийский, согласно официальной версии. Ликийцы – это одно из... Ну, я бы их назвал греческим племен, но официальная наука... Я более подробно текстом напишу, кто такое ликийцы, согласно официальной научной версии. Сказать, что ликийцы там жили до появления греков, там до оседания греческих, ну, греческих колонистов там, а потом они там все перемешались. В этом, почему оно меня заинтересовало, там будет полигональная кладка, там будут какие-то следы крупных каменных блоков, ну, может даже не сверхмегалитических, но довольно-таки крупных каменных блоков. А самое главное, очень много полигональной кладки. Все остальное, как говорится, меньше слов, больше дела. Все остальное будет показано в видео, я покажу его координаты, я покажу множество различных фото оттуда. Спасибо за ваш просмотр моего видео, спасибо всем, кто помогает моему YouTube-каналу. Все остальное вы видите дальше на видео.